Action smell. We have here not stopping that. Just whatever. Vegeta se sův. Tak tam někde tím směrem ještě jakoby vejš. Za rok, no. Já ti řeknu, jak se jmenuje to asi. Duk et kan asenk te matsun pamis pam karachatsel vor tsanatsela te 1980 году в Армении провели такую акцию, когда собрались всех колхозных и совхозных складов ядохимикатов, собрали пестициды примерно более чем 500 тонн разных классов пестицидов собрали и захоронили в могильнике, который находится недалеко от деревни Мушаван. И начиная с этого момента, после этого было исследовано, что в этом районе, где захоронен эти пестициды, оползневая зона образовалась, вследствие чего могильник сдвинулся со своего места. Однако через определенные были проведены ряд исследований со стороны нашей организации, поднят был вопрос перед правительством, и в 2004 году постановлением правительства были выделены финансы и провели определенную работу и прикрыли это, и сделали ограду, провели эти каналы водные, высушили болото, которое находилось вне могильника, выше могильника. Однако впоследствии в 2009 году в этом, а потом и в 2010 году неизвестно кем весь этот мобильник был перепахан, и все ядохимикаты оказались на поверхности земли. Вследствие чего, и поскольку это был сезон дождей, все это загрязнение довольно-таки большими потоками могли оказать воздействие на окружающую среду. Этот вопрос был снова поднят перед правительством, и уже месяц тому назад были закончены работы по проведению работ на этом могильнике, его закрыли, провели эти каналы, дождевые воды, чтобы оттуда прошли, и провели ряд исследований, были проведены ряд исследований как с нашей стороны, так и с другими организациями. Já jsme v jednom ze skladů pesticidů, tadyhle v tom skladu konkrétně už se dělalo nějaké měření, takže víme, že dřív bylo uskladněno DDT. Teď už to sice není, ale pořád jsou ty budovy pravděpodobně hodně kontaminované pesticidy, které už jsou třeba několik desítek let zakázané v Arménii. To, co tu provádíme, je vzorkování v rámci společného projektu s arménskou organizací Arménské ženy pro zdraví a zdravé životní prostředí. Výsledkem toho vzorkování by měl být i
si návrh na to, co s takto kontaminovanými místy dělat, jakým způsobem je vyčistit. Ještě brýle. Сейчас на территории бывшего базисного склада Масыйского региона. Этот склад в свое время снабжал почти все регионы республики пестицидами и минеральными удобрениями. В настоящее время это складские помещения, вся территория приватизирована. И здесь только в одном, в двух маленьких помещениях собраны остатки пестицидов, которые остались со времен существования еще Советского Союза. В основном тут в двух складских помещениях они расположены. Вся остальная территория сейчас работает под продажу минеральных удобрений. Азотных, фосфорных и калийных удобрений получают тут и распродаются по всей республике. Вот в этих только два помещения, где сохранились остатки пестицидов, и они до того будут там, пока решится вопрос или их уничтожение, или перевозки в другой складский помещение. Nacházíme se v bývalém skladu zemědělských chemikálií Konstantin and Sisters v Arménii. Vidíme, že nejsou žádné stěny, není vlastně žádná střecha. Látky, u nich se pravděpodobně jedná o pesticidy, můžou zde být i hnojiva, všemožné druhy, barvy a struktury. A vlastně tím, jak místo není vůbec zajištěno, tak se tyto látky mohou volně dostávat do okolí, například v případě dešťů mohou být smívány a zejména rozfoukány větrem. V okolí se nachází chovná stanice pstruhů a v určité vzdálenosti obydlí. Vzdálenost může být 100 až 150 metrů. Ty objekty jsou tady tři, z čeho zajištěné teda jeden, a tady zrovna vidíme ty dva nezajištěné. Maybe it's half meter. Yes. Okay.